с особыми теплыми чувствами приветствуем в России, в Москве наших надежных партнеров и друзей. Этот священный праздник торжественно отмечают в государствах Содружества, во многих странах Европы и мира, всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма, где помнят и чтут героизм, подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее для народов планеты. Над величием грандиозной победы 1945 года не властно время. И несмотря на все попытки переписать историю, также незыблемы и те уроки, которые мировое сообщество обрело в горниле Второй мировой войны. Огромное.